Сначала засекретили, а потом рассекретили. Речь о приговоре фигуранту дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысину. Как сообщают украинские СМИ, текст приговора изначально был размещен в едином реестре судебных решений, но закрыт для общего доступа. А через несколько часов после появления этой информации в СМИ приговор стал общедоступным. Тем временем в ГПУ подали апелляцию на вердикт Крысину. В ведомстве считают решение суда необоснованным. Напомню, 22 декабря Шевченковский райсуд Киева приговорил к условному лишению свободы на 4 года руководителя группы «Тетушек» Юрия Крысина. Его обвиняют в причастности к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия во время революции достоинства.